Всем привет! Сегодня наше видео не совсем обычное, потому что у нас нет фотографий и видео дом. Но такие шубки представлены в очень многих продажах и продаются до сих пор. Это обычная была автоледи на крючках с кулиской. Я вам покажу сейчас фото с интернета, чтобы вы понимали, с чего переделывали. И достаточно быстро мы переделали в такую курточку спортивную бомбер, подобрали определенные резинки тоном, цветом. Естественно, подобрали в этот цвет молнию. И получилась вот такая интересная, модная, новая куртяшка. При этом, конечно, мы немножко увеличили размер, подтянув курточку. За счет нашей длины, которая у нас была такая же, как резинка, мы расширили в ширину методом подтяжки. Ну и теперь она свободненькая в этом стиле, в стиле спортивном бомбер. На каждый день достаточно носибельная. И покажу сейчас вам на столе уже изнутри подкладку, как она выглядит. Вид нашей шубки изнутри. У нас золотая максмара итальянская. Подсвечивает шикарно шубу. Также подобран замш. Фирмочка. Как всегда, наша красивая вешалочка в тон молнии. Молния у нас белый металл здесь подобрана. На одну собаку. Обычно, если у нас бомберы, мы ставим молнии, стараемся на одну собаку, потому что, чтобы на разрыв резинка хорошо держалась. Ну, вот такая вот красотка. А теперь посмотрите уже на девушке модели, как мы подобрали, интересно, с коричневым орехом, вот этим норочкой. И образ, вот как носибельный, интересный, свежий образ. Всем пока и до новых встреч!